бывшем здании начальной школы гимназии номер 22 собрались представители администрации, депутаты, родительская общественность и специалисты в области строительства. Участники встречи обсудили будущее объекта. По словам замглавы администрации Химок Кристины Мадатовой, сейчас решается вопрос о проведении в здании капитального ремонта. Мы провели инструментальное обследование этого здания. Инструментальным обследованием было подтверждено, что износ здания составляет более 40%, соответственно, оно требует капитального ремонта. Примерные планы по проведению этого капитального ремонта 2024 год. На сегодняшний день объект уже прикреплен к гимназии номер 23. После проведения капремонта в обновленном здании будут учиться старшеклассники, а затем ремонт проведут и в самой гимназии. Родителями и преподавательским составом гимназии номер 23 была выдвинута инициатива о расширении гимназии. И на сегодняшний день, помимо ремонта, капитального ремонта в гимназии, как раз принято решение о передаче здания бывшей школы номер 22 на улице Кирова, дом 5, в распоряжение гимназии номер 23. Такое решение принято благодаря главе городского округа Химки Дмитрию Волошину. Новый отремонтированный корпус гимназии номер 23 сможет принять около 400 учеников.